Всем доброе утро. Я уже давно встала, но время вон уже 8:22. Буду сейчас завтракать. Я уже один раз кофе попила. Ну, надо уже теперь позавтракать. Босяничка тоже уже завтракал и лежит на стуле тут. Босик. Ку-ку, ты где там? Босик. Услышал. Сейчас мы будем с тобой второй раз завтракать, да? Ты второй, а я первый. Так, надо свет включить, светильник. Хотела показать этот гиацинты, как уже расцвели. Сейчас тут не видно. Поставлю. Вон уже как расцвели быстро. Я думала, будет потемнее такой цвет розовый, но не светленький. Что-то они так вытянулись сильно. Кто куда пошел? Пока еще запаха нет такого интенсивного. Только когда подойдешь, понюхаешь, есть. А вот так, чтобы заходить, как вот бывает, да, в комнату, такого еще нету сразу, чтобы шел запах. У нас также еще пока держится, как бы нулевая такая температура. Ну, минус, минус один, так. Ветер сегодня сильный, снег еще есть, еще полностью не растаял. Зима продолжается в Германии. Смотрю сейчас везде, у всех многие это видео и смотрю. У всех зима сейчас. Хотя это, да, для Германии что-то странное. Ветер прямо, вон я деревья смотрю, шевелятся. Ужас, как сильно шевелятся. Ну что, ты палочку будешь? А? Палочку будешь? А? Давай. Ой, мой зайчик. Ему надо стул, я всегда отодвигаю, потому что... Но он все равно залазит и так, когда не отодвинутый. А когда отодвинешь, он вообще с удовольствием запрыгивает. Пошли кушать палочку. Пошли. А? Пошли. Думает, вот когда я подойду к шкафу, тогда он спрыгнет. А так, думаю, что толку ты болтаешь? Так, стою и думаю, чем бы позавтракать. Что-то жарить, ничего такого не хочется. Наверное, сейчас просто хлеб черный немножко в тостернице поджарю. Посмотрю, с чем. Смотрю, это и нету. Сын вчера делал себе коктейль, в холодильнике стоит, наверное. Удобно вот так вот. Сделал, раз, холодильник поставил, наливаешь потом. Ну, такой он делает, знаете, всякие эти, которые для фитнеса. Там с ягодами какие-то еще придумал. Короче, решила, надо этот белковый хлеб. Он не так долго, у него срок хранения. Так что надо его есть. Сегодня у нас 21-е. Масло, варенье, сыр. Я сейчас тостерницу его немножко подогрею. Вообще, у кого так? Вот пока в халате ходишь, для меня это утро. Как только переоделся, все, уже сразу начинаешь что-то делать, там это. Как-то у меня так. Поэтому я хожу до последнего в халате, продлеваю себе утро. Честное слово, у меня так. Ой, кто это тут на разморозку ставил? А, это я, наверное, когда мыла, после этого не включала. Такой завтрак у нас будет. Все, выпрыгнул. Мой хлеб выпрыгнул. Сейчас масло намажу. Вообще, я очень люблю просыпаться первое время для себя немножко. Когда вдвоем вместе просыпаемся, как-то не это, как-то все галопом получается. Так вот, когда сам встанешь, спокойно посидишь, что-то поделаешь там, свои процедурки всякие. У кого так, пишите. Я думаю, у каждой женщины так. Че, босик уже кричит? Уже кричит. Вот этот вот сыр такой классный, мне так нравится. Он такой мягкий, но это типа моцарелла, но немножко пожестче. Вот пожестче. Вы меня поняли. Иногда правда точно, как ляпнешь что-нибудь. Сразу... О, в шоке. Ну, что сделаешь? Как говорится, точно. И русский забыл, и немецкий не знаешь.
Ну, все мешается уже совсем по-другому как-то. Раньше был один русский язык, и ты его знала. Теперь все в голове мешается. Такой вот мой завтрак. Сейчас свечку зажгу. Так, свечку зажгла. У меня тоже был один вопрос. Это рассказать о наших как традициях, да, что я зажигаю свечку, может быть, какая-то традиция. Ну, в принципе, это не то чтобы традиция, это просто мне нравится. Я каждое утро, вот, как и говорила, вот так стоит свечка у меня, я их зажигаю, мне просто нравится. Но, например, моя мама тоже зажигает, у нее тоже всегда свечки. А так, чтобы назвать это традицией, ну, может быть. Сама я ее придумала, как говорится, да. Цветы, кстати, мне тоже посоветовали. В следующий раз уже сделаю. Я уже сегодня, наверное, выкину. Хотя сверху, видите, они хорошие, а листья уже такие подпортились. Посоветовали мне где-то в бутонах зубочисткой, да, или чем-нибудь проколоть. Только вот где именно, надо посмотреть в интернете. Наверное, где-то тут. И что дольше стоит, еще посоветовали лед ложить. Мало воды и лед. Видать, то, что холодную воду им надо. Прям так. Чего? Ну, посмотрим. В следующий раз обязательно сделаю. Эти уже что, поздно реанимировать. Ну, и теперь кофеек. Как без него? Что? Да, палочку надо. Да. Ну да, ну как же без палочки? Вот он теперь довольный. Что тебе, снэк или что? Вот это будешь? Или палочку? Пендоглазки почистить. Палочку. Да, ай, ты мой зайчик. Ну, сейчас я распакую, не могу одной рукой. Давай, работай, зарабатывай. Ой, Осик, ты у меня под ногами. Аккуратней же. А то так и раздавлю тебя. Всем желаю приятного аппетита. Хотела ответить на один комментарий, был интересный, как же проходит циркуляция воздуха, да, Коля, или как там написали, что да, когда что? Если в шкафу стоит. У нас она стоит уже, я не знаю, у нас старая кухня, она стояла, это микроволновка, и здесь циркуляция везде проходит. Вот смотрите, у нас неплотно, везде есть воздух, и когда она включена, естественно, у нас шкаф открытый, мы никогда его не закрываем. Сверху тоже вот есть место, там вот, что у меня там, салфетка как раз, во, хорошо, как увидела, салфетка там, надо достать, упала. Короче, везде все проходит, ничего это страшного нету в этом. Так что всем советую, если никто не знает, куда запихнуть микроволновую, вот она, видите, дверь, когда мы включаем, дверьки открыты, как мы это, закрываем и все, без проблем. Везде вон есть, вот тут вот такая решетка, вон, видите, везде все проветривается, циркуляция воздуха проходит, все нормально. Сколько лет уже стоит, как и сказала. Кстати, этой микроволновке у нас уже больше 15 лет, поэтому мы даже не стали ее менять, она очень хорошо работает, функционирует, все, что нужно в ней есть, и разморозка, все есть. Поэтому вот сколько мы здесь живем, это у нас вторая за все время, 26 лет живем мы в Германии, уже 27 будет. И всего лишь вторая микроволновая печь. У многих я знаю, что очень быстро ломаются. Нет, слава богу, пусть она еще прослужит. Всем приветик. Ну что, у нас уже время обеда. Я собралась, не знаю, мы собрались. Я уже сделала тесто. Вот. Ну, простое, обыкновенное такое тесто, да, как на пельмени, на манты, на все это. Вот я его уже сделала, оно у меня полежало. Сейчас будем делать, угадайте, что... Сейчас скажу, у меня тут Босикин волос летает, открыла, что он тут лазил. Будем делать Али-Бабу. Кто знает, что это? Я думаю, никто не знает.
Не знаю, откуда это название, но мы в Казахстане, когда жили, почему-то, видать, кто-то дал этому блюду такое название, и теперь мы всегда так называем это блюдо. А по сути, это ленивый мант. Ну, вот так вот есть. Не знаю, откуда, и мы все время теперь так его называем. Кому-нибудь тоже здесь говоришь в Германии, Али-Баба, они говорят, а что это? Сами не знаем. Кто-то дал такое название, там еще как с Казахстана, и вот мы его так и называем. Сейчас надо вытащить фарш. Ну, ленивый мант знаете, да? Я думаю, все знают. Раскатываешь круг, да, туда фарш, картош. Ну, кто что хочет, тот и ложит. Короче, сейчас делаю фарш с луком. Туда немножко картошки, пару картошин покрошу. И будем с вами делать сегодня это. Кстати, вчера, представляете, нам опять пришлось в магазин заехать, в Lidl. Потому что, я же говорила, когда сырники делала, у меня мука закончилась. А когда мы в Альде были, я забыла про нее, и пришлось нам опять. Мы после ресторана ехали, заехали в Lidl по-быстрому, я уже Коле говорю. Ты, говорю, сам сходи, а то я не пойду, а то обязательно что-нибудь прихвачу. И он стоит мне на кассе и говорит, может, что взять? Может, это взять? Короче, две пачки муки взяли. Этот бальзамик у меня тоже такой закончился. Ну, вот делать, да, моцарелла и томат, и им поливать. Ну, все равно, да, на что, на любой салат можно его. И босику надо был песок. Тоже. Ну вот, никак вот. Короче, мы зашли опять вчера в магазин. Так, ну что, мы по совету Натальи из Франции, она мне писала, что немножко туда воды добавить, да, и вроде, ну, нормально, да? Нормально, сейчас еще. Ага, не, сюда сразу не надо, это туда высыпать, а то потом будет вообще мелко. Потому что сильно мелко не надо, мы хотим вот фарш добавить. Ну, короче, это, понравилось, спасибо, то, что водички немножко добавить, и оно сразу так равномерно. Работает, да. Вот все мы уже сделали. Мы взяли, короче, эту картошку тоже в этом блендере измельчили. Ну, конечно, не рекомендуется. Обычно мы всегда режем, а тут решили по-быстрому, да? Попробуем, результат потом скажем. Да, обычно, да, всегда мелко режем, так же, как на манты, да, вот. Ну, решили, ничего страшного. Да. Я вообще-то люблю все резать и... Ничего, ну, не молоть. Да. А еще мы же хотели вообще, ну, как Коля думал, может быть, манты или пельмени, а потом в итоге решили, лень, это долго сильно. Решили сделать ленивый мант. Али-Бабу, да? Да. Да, странное название, конечно, но что сделаешь. У меня, кстати, брат младший любит это блюдо. Надо ему, наверное, позвонить, сказать. Может, заедет. Ну, конечно, ему далеко ехать сюда. Ну, давай попозже позвоним, чтобы не успел. Шутка. Коля тут тесто уже делит на три части или на сколько будет? Да, три. Ну, так как мы, то, что я снимаю, а Коля делает, да, так обычно, ну, наоборот, так обычно, конечно. Я снимаю, Женя делает. Ну да, тут Коля изъявил желание, чтобы мама посмотрела, да? Да, ну а что, хоть... Мамуля, привет. Да, хоть и видит сыночка. Чаще сейчас видит, вот как хорошо, что мы... Открыли канал. Каждый день? Ну, каждый день нет. Ну, ты... у меня нет. Ну. Да, а так, да. Тебя только по выходным. Ну, вы-то и так созваниваетесь по видео каждый день, да? Ну, по видео нет. Ну, а так вот, да, твою жизнь мама посмотрит, как тут сноха тебя. Ну, я шучу. Эксплуатирует. Да. Она же знает, как мы живем, так что ничего такого. Так, каталку мне надо. А, да. Сейчас я достану. А между прочим, Коля, ты, твоя мама же рассказывала, что ты в детстве, да, тоже катал тесто? Да. Чтобы, как твоя мама говорила, чтобы клеенка просвечивалась. Нет. Когда вы там пельмени или что вы делали? Не-не, когда лапшу. А, на лапшу, да, катали, когда катали. Да. Блины вот эти, да? Тут хорошо, тут вот эти круг есть такой. Вот эта каталка у меня с купонвары. Ого, у тебя, Коля, ты по-быстрому решил? Да. В эту каталку я уже как-то говорила, когда мы манты делали. Хорошо, вот тут, покажи, открывается. Можно сюда воду добавлять горячую, например. Да, и тогда лучше раскатывается. Я сейчас предложила, что-то не захотел, Коля, воду. У меня, говорит, весу хватает. Ну ладно, сейчас раскатаем, потом покажем, как дальше будем. Кстати, пока Коля тут катает, мы налили все-таки воды, все равно быстрее будет. Я мантоварку достала уже. У меня такая мантоварка специально для индукционной плиты. И просто я хотела это поговорить насчет того, вчера мы были в ресторане, и там, что вот интересно, была такая пожилая женщина, помнишь? Напротив нас сидела бабушка. Вот интересно, она пришла одна, вот она заказала себе бокал вина белого.
заказала мидии. Вот она спокойно сама посидела и пошла. Я просто вот я сидела за ней, наблюдала. Вот, наверное, думаю, я еще Поле говорю. Может быть, она раньше со своим мужем, да, вот так вот ходила. И теперь вот она одна осталась и вот ходит как бы. Вот тоже интересно. Вообще молодцы вот тут бабулечки вот такие вот немки. Жалко, что наши вот все равно. Вот когда мы сюда приехали, сразу вот нас удивило то, что вот бабушки тут такие, ну, женщины, да, пожилого возраста, так скажем. Ну, ходят такие, да, ухоженные. Ну, а тоже это, как некоторые говорят, что они тут нифига не работают. Нет, тут тоже они, у них очень тяжелая работа у некоторых есть. Посмотришь, просто они как бы, ну, не знаю, совсем, ну, может быть, менталитет другой, я не знаю. Ну, вот сразу вот это вот бросилось в глаза, когда мы сюда приехали, в Германию, то, что вот наши бабушки в платочках, да, и вот в платьюшках, а тут то, что они в штанах ходят, ну, в смысле, брюках в штанах. Вот это вот тоже удивило очень. Ну, молодцы вот так вот, они все равно для себя как бы время, потому что тут тоже в Германии, правда, люди, если пашут, то пашут, а потом они и умеют отдыхать, как говорится. А наши люди, они пашут, и вот все равно вот не умеют так отдыхать. Ну, мы вот уже с годами уже, по-моему, пришли, да, к этому, что если пашешь, то надо и отдыхать. Как бы не жалеть на это деньги, если ты в отпуск едешь, то надо выжать все. Все, вот так размазали фарш. Немножко, вон, видите, кусочки масла положили для сочности. Так-то лука много положили. Две большие такие головки. Гемюза, да, вроде цвибль была. Аж глаза уже на выкате у нас такой, он что-то едкий. Ну и вот так рулет скрутим. Я думаю, все это знают. Но если кто не знает, то вот так вот совет можно, если чтобы не возиться иногда с мантой. Ну, конечно, манта это совсем другое. Манты, конечно, это очень вкусно. Ничего не скажешь. Но это тоже вкусно. Ну да, и это тоже вкусно. Так что вот так сейчас закрутим. Потом маслом смажем чуть-чуть так подсолнечным. И мантоварку. Края все залепить надо. Ничего, лук или картошку убрать. Угу. Все, смазали маслом, положили, и вот на каждую по одной. Сейчас, ну, мы, у нас три получится, да? Да. Сейчас все уже так сделаем и поставим варить. Ну, варить тоже где-то 45 минут, около часа где-то, я так думаю. Все, на стол я уже поставила тарелочки, стаканчики, потом свечки зажгем. Каждый раз меняю тарелки. У меня так есть, я уже говорила, да, три вида. Прозрачный есть набор. Вот такой вот синий и белый. Все. Все хочу, может быть, еще один купить, но это уже будет лишнее. Да, Коля? Да, Рина. Будет. А так он, этот набор состоит вот. Вот такие вот есть тарелки и такие шали сейчас. Под суп там, под каши какие-то. Вот так вот выглядит. Красиво. Они по цвету, там так и написано было, когда я его выписывала, что форма и цвет одинаковым не может быть, потому что это все как покрашено, типа как было. Хантарбайт, типа вручную, да, поэтому так все. Форма совершенно разная, они все. Цвет, да, иногда вот так вот, что тут вот я смотрю больше голубей, такой синевой, а тут такой голубоватый. Так красиво выглядит. Сейчас модно она такая, посуда. Сейчас уже я смотрю, форма совсем другая пошла. Ну, уже давно. Ровные такие, да, и вот тут вот с кантиком таким. Но они такие тяжелющие, поэтому не знаешь вот тоже иногда. Так, конечно, красиво сейчас вот всякие пошли. Цвета такие красивые есть, зеленый. У меня, кстати, подружка купила такой зеленый набор. Тоже очень красиво. Кстати, еще на один вопрос хотела ответить тоже. Ну, я написала, но вдруг лучше, думаю, показать. Хелена тоже из Германии. Насчет вот этих штор, которые я... Ну, я сказала, что я в Икее их брала. Что спрашивала, в бежевом цвете такие есть или нет. Да, я видела тогда, сейчас не знаю. Качество классное, могу сказать. Вот. Оно как бы немножко, знаете, такое как бы скользкое, как больше атласного добавлено. Ну, красиво он так это, хорошо так держит эту... Эти, как их там? Как они? Форму. Форму, да. Эти, как их там? Нравятся. У меня такие в спальне, кстати, висят. А которые в зале у меня, те серые, да, я их сотто выписала. Они немножко такие темнее. Эти такие серо-бежевые, как можно сказать. Не чисто такой серый. Ну, или, не знаю даже. Спальня у меня чуть посветлее, тут такой потемней. Сейчас не знаю, есть, нет, в бежевом цвете такие. Вот тогда были. Я еще тогда тоже думала, может быть, бежевый. Сюда тоже бежевый, кстати, подошел бы, если вот, например, да, вот эта вот картина, круассан такой, ну, в цвете, да, таком,
тоже можно было. Может быть, когда-нибудь куплю. Смотрите, я сейчас на всю мощь, как говорится, увеличила. Вон там вон сидит дятел. Уже всю кору поднял. И вот он каждый день сюда прилетает, видать, там что-то вкусное есть. Такой с красным клювиком. А, все дерево уже обработал. О, так можно и посмотреть, у кого что-то на балконе, понаблюдать. Шутка, типа с бинокля. На улице ветрище. Босик, а ты что за птичкой не наблюдаешь, а? Тебе же не видно отсюда сидишь. Иди давай наблюдай. Так он быстро улетит. Если запрыгаешь, близко подходишь, он сразу улетает. Поэтому я так отсюда стояла и увеличила. Сидит еще там. Наша Али-Баба ленивый мант варится. Сколько тут? 38 минут осталось. А сейчас я хочу сына. Я тут замариновала куриная грудка, да, в соевом соусе и брокколи. Он на работу с собой возьмет и сегодня поест. Так что он сегодня не будет у нас это есть, младший сын. Так, он вчера, говорит, праздник живота у него был, а теперь опять все, как и было. Так что сейчас просто я ее потушу, да, как, ну, обычно обжарю, потушу и добавлю брокколи. И рис в холодильнике есть. Все, наш обед готов. Здесь брокколи с этой, с куриной грудкой. И надо будет сейчас вытаскивать. О, как раздулось. Ой, пар идет. Сейчас надо будет резать. Так, ну а теперь надо аккуратно вытащить. Коли сейчас нет, он поехал мою машину заправлять. Мне надо как-то аккуратно вытащить. Он уже подъезжает, должен сейчас зайти, но уже запикало. Я сейчас вытяжку включу, будет шумно, если что. Чтобы не порвалось, аккуратненько надо. Такой, чтобы помощник был. Вот я сейчас руку так скинуть, перевернуть. Вот. Вот, теперь Коля пришел. Коля, ты поздно пришел. Ну, не поздно, у меня еще две. Вот теперь с этими, с дырочками. Так, сейчас зажгу свечки. Надо дожечь их. Чтобы горячее поставить. Так, я пока одну нарезала, а там у нас еще две. Как съедим, так еще порежу. Вот еще такие две колбаски. Коля положил сюда, скрутил. Я порезала просто такие овощи, огурец, тут помидор, паприку, потому что салат к таким блюдам, а то оно и так сильно сытное, не хочется. А здесь просто оливки такие, это которыми я подружка привозила из Греции, они такие немножко. Ну, то, что они спрессованные были, я их вытащила. И огурчики, там соус острый, сметана, если кто будет. Ну, такой вот наш воскресный обед. Позвонила тоже маме, мама не может. Ну, ладно, будем сами. Сейчас сын тоже старший пришел, как семейный наш воскресный обед. Всем, кто кушает, желаю приятного аппетита.